Провожая детей в оздоровительные лагеря, родители часто забывают об элементарной безопасности. Напомнить взрослым об ответственности перед детьми решили сотрудники ГИБДД на рейде по детским удерживающим креслам. Заезжающие на какой машины внимательно изучали дорожные полицейские. Непристегнутые водители выдавали тысячи причин, почему так вышло. Большинство оправданий сводилось к тому, что автолюбитель только что снял ремень. Снимать ремень безопасности разрешается только в том случае, когда он остановится. Выключит двигатель и снимет ремень безопасности. Не пристегнулся сам, не пристегнул ребенка, подал плохой пример. Полицейские говорят, что предупреждение, хоть и последнее, не так действенно, как административное наказание. Поэтому и выписывают штрафы. Мы выявили 18 нарушений правил дорожного движения. В основном это ремни безопасности, то ли либо сам водитель не пристегнут ремнем безопасности, либо не пристегнул своего ребенка, который уже старше 12 лет. Ну и также 4 кресла. То есть детей достаточно маленьких перевозили без детских удерживающих устройств. Были еще недовольные, обещавшие засудить полицейских, и нелегальные таксисты, прикидывающиеся добродушными соседями. Не снимай меня, пожалуйста, слышишь? Собравшиеся на какую родители должны быть уверены, что передают своих детей в заботливые руки. Перед отправкой автобусы проверяют несколько специалистов. Сотрудник ППС на наличие взрывчатых веществ и специалисты технадзора. Мы проверяем автобусы. Загородные автобусы, которые выезжают за пределы города Иваново, должны быть оснащены ремнями безопасности, должны быть технически исправны, у них должны быть огнетушители, знаки аварийной сигнализации, ну и так далее. Автобус выйдет за пределы города, если только все требования служб будут учтены и выполнены. Большинство родителей на проверки дорожных полицейских реагируют правильно и ПДД соблюдают. Видим, пристегнутый ремнем безопасности. И спереди еще. Вообще красота одна. Обязательно пристегиваем. Потому что все-таки дети – это наши цветы жизни. Они должны пристегнуты быть. То есть мы только за это. Водителю, который перевозит ребенка до 12 лет без детского удерживающего кресла, сейчас грозит штраф до 500 рублей. С 1 сентября 2013 года сумма будет увеличена до 3000. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.